Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать метод, как зарабатывать деньги в интернете. Это довольно-таки очень простая платформа, называется бинарные опции. Под этим видео вы можете найти линк и перейти на эту платформу. Здесь необходимо выбрать 60 секунд, потому что наша система называется 60-секундная бинарная система. Как она работает? Как вы видите, здесь график евро-доллар, валютные пары. И вся система работает на прогнозирование графика. Как видите, график идет либо вверх, либо вниз. Если идет вверх, то тогда нажимаем call. Если идет вниз, то put. Все довольно-таки очень просто. Система поэтапная. И что хорошо, что она заканчивается, вся инвестиция заканчивается за одну минуту, то бишь 60 секунд. И за 60 секунд есть возможность получить 70% возврат, что довольно-таки очень много. Если вы ставите $5, начиная с $5, то получаем 8.50, 3.50 прибыль. Как видите, у меня уже $3047. Это я уже заработал где-то за 2,5 недели торгов. И после этого я решил сделать это короткое видео. Так вот, сейчас я вам покажу на примере, как это работает. Система поэтапная, как я говорил до этого. Что это значит? Что прибыль будет получаться в продолжительное время. Не за раз, не за два, это будет за 20 разов и так далее. Если у вас есть час-два часа, тогда стоит присесть и поторговать. Ну и где-то за час-два-три часа можно сделать от $200 до $500. Сейчас вы увидите, как это просто и как это легко. Система поэтапная, как я говорил до этого. Что это значит? Что сначала начинаем с $5. Это самое оптимальное для начинающих торгов. Так что попробуем. Так, $5. И выбираем путь вниз, допустим. Нажимаем старт. И увидите, здесь появится наша ставка. Так вот, подождем 60 секунд. Перед этим я расскажу, как работает система. Система такова, довольно-таки очень математически простая. Сначала ставится $5, это первая ставка. Если это срабатывает, мы опять возвращаемся к $5. Если не срабатывает, повышаем до 15. Если 15 срабатывает, возвращаемся к 5. Если не срабатывает, 25. Все довольно-таки очень просто математически. Продолжительное время вы все равно будете в выигрыше. Так вот, редко доходит до 50, но у меня пару раз доходило до 50 и потом опять ушло в 5. Так вот, осталось 20-17 секунд. И как видите, может быть либо красная, либо зеленая, либо ничья. Красная — это мы не угадали, зеленая угадали, и серая — это по нулям. Да. Вы ничего не проиграли, ничего не выиграли. Пока зеленая, мы в хорошей ситуации. Ждем пару секунд. И как видите, вот 8.50, мы сделали 3.50 за одну минуту, что довольно-таки неплохо. После этого опять возвращаемся к $5 и начинаем все сначала. И ждем опять 60 секунд. Не надо паниковать, если появляется красная, потому что, во-первых, график очень быстро меняется. И во-вторых, что у нас это поэтаповая система. Вы не сможете каждый раз получать прибыль с $5. Придется уходить на 15. Но большинство разов все-таки по графику видно, куда он идет. Как видите, он идет сейчас вниз. Если ставить вниз, то практически все время можно выиграть. И еще одна очень хорошая вещь, что в интернете есть очень много ресурсов про эти форекс-графики. И есть прогнозы. Как видите, они идут либо вверх, либо вниз. И там есть разнообразные советники, которые можно использовать. Это очень-очень поможет. Потому что есть реально какие-то события, которые влияют на эти графики. И как видите, он идет вниз. Если ставить вниз уже полчаса, практически все время было бы выигрыш. Вот. Но это мы тоже угадали, потому что практически видно, что он идет вниз все время. Вот. И за эти 2 минуты мы уже сделали, получается, $7. Довольно-таки неплохо. Можете посчитать сами, сколько это выходит. Так, опять ставим $5 и продолжаем торговать.
Также еще скажу, что здесь возможно торговать также на других валютных парах.